гвоздь в стенке. Как гвоздь? Ну, то есть намертво. Ничего не понимаю. Начнем все сначала. Хорошо. Начнем с того, что Марли был мертв. Ну, при чем здесь Скрудж? Потому что 7 лет назад умер Марли. Ну... Джон, да ладно тебе. Подумай, ведь 7 лет назад он не только не чистил трубы, а даже свой собственный нос чистил с помощью мамочки. Откуда ж ему знать, что Скрудж не всегда сидел в своей конторе один? Ты как всегда прав, Билл. Так вот, Скрудж не всегда сидел в своей конторе один. Когда-то рядом с ним неотступно находился его товарищ и друг Марли. Если Скрудж хоть кого-то в жизни мог назвать своим другом. Так вот, 7 лет назад, прямо под Рождество, Марли умер, оставив Скруджу все свое состояние. Вот так везение. Значит, Скрудж безмерно богат? Ага, и безмерно щедр. Хочешь в этом убедиться сам? Впадаете? А ну пошел отсюда! Работать надо! Я могу угостить тебя бутербродом. О, сэр, нет, спасибо, благодарю. Да уж, добрейший души человек этот мистер Скрудж. Ну, может, он прогнал меня, потому что я выгляжу как оборванец. Да, наверное, ему не понравился цвет твоей заплатки. А вообще, он очень добрый, этот Скрудж. Попробуем пойти другим путем. Скрудж и Марли. С кем имею честь говорить? С мистером Скруджем или мистером Марли? Мистер Марли уже 7 лет покоится на кладбище. Какое несчастье. Но мы надеемся, что вы, мистер Скрудж, щедры не менее господина Марли. Щедрость Марли. Мистер Скрудж, в эти предпраздничные дни мы должны проявлять заботу о всех бедных и обездоленных. Тысячи бедняков терпят нужду в самом необходимом. Многие не имеют крыши над головой. Разве у нас нет приютов? Приютов? О, да, сколько угодно. Но мы решили провести особый рождественский сбор пожертвований в пользу бедняков. Какую сумму вы готовы внести? Никакой. То есть вы хотите сказать? То есть я хочу сказать, чтобы вы оставили меня в покое. У меня нет средств баловать себя по праздникам и нет средств баловать других. Я перечисляю деньги на поддержку приютов, и все нуждающиеся могут обратиться туда. Но не все могут, а иные не хотят, скорее умрут. Замечательно. Если они предпочитают умереть, тем лучше. Это сократит излишек населения. Прощайте, мне больше не о чем с вами разговаривать. Что ж, счастливого Рождества, мистер Скрудж. Постойте. Постойте, я не так богат, как мистер Скрудж. Но, возможно, это кого-то спасет от голодной смерти. Нет, что вы, спасибо. Не стоит. Счастливого Рождества. Меж тем над городом опускался туман. Колокол отбивал удар за ударом. Предчувствие праздника охватило весь город. Царила веселая кутерьма.
наступающим Рождеством, дядюшка! Вздор и чепуха! Это Рождество чепуха? Я вас не понял. Не понял. Он мне предлагает повеселиться. А какие у тебя основания для веселья? Или ты недостаточно беден? В таком случае, почему вы так мрачно настроены, дядюшка? Или вам кажется, что вы недостаточно богаты? Все равно вздор. Не ворчите, дядюшка. Не ворчать. А что прикажешь делать, если я живу возле таких дуралеев, как ты, которые бегают и кричат «Праздник! Рождество!» Будь моя воля, я бы такого болвана сварил бы живьем вместе с начинкой для пирога. Да что вы такое говорите, дядюшка? А то и говорю, племянничек. Справляй свое Рождество, как знаешь. А мне не мешай справлять его по-своему. Так вы же его никак не празднуете. И много ли тебе от этого пользы? Или мне? Это верно. На праздник Рождества у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане. Но я верю, Рождество приносит мне добро и будет приносить добро. И да здравствует Рождество! На свете много вещей, от которых будто никакой пользы. Радуга, музыка... Все вздор! Не ворчите, дядя Скрудж. Рождество стучится в двери, от звезды струится луч, предлагая нам поверить в то, что счастье в мире есть. И придет благая весть. Прекратим нелепый спор. Нет, не верю. Это вздор. Не ворчите, дядя Скрудж. Есть на свете много душ, величавых и прекрасных, и поэтому напрасно вы закрылись от людей в душной конуре своей. Вам протянута рука. Все на свете чепуха. Ну тогда прощайте, дядя. Счастья вам на много лет. Мы с женой будем рады пригласить вас на обед. Нет, нет и нет. А вы еще один звук. И будете праздновать Рождество где-нибудь в другом месте. Ну что ж, с наступающим Рождеством, дядюшка. И мотай отсюда. И все-таки, я надеюсь, что вы у нас пообедаете. С наступающим Рождеством. Спасибо, друг. Жалкий конторщик с маленькой зарплатенкой, с женой, кучей голодных детей. А туда же толкует о счастье. Идиот! Вы, небось, завтра на работу вовсе не придете? Если это будет вам удобно. Удобно? Это совсем неудобно. Вы что, думаете, я плачу вам жалование даром? Ну, мистер Скрудж, завтра Рождество. Довольно. Если хотите прогулять целый день, что ж, гуляете. Но это обойдется вам вычетом из жалования. И завтра извольте явиться как можно раньше. Спасибо, мистер Скрудж. Я не хочу любви. Я не хочу свиданий. Лишь денежки мои достойны обожания. О, мой бесценный сейф, замки, ключи, задвижки. Ах, мне милее всех бухгалтерские книжки. Для золота нет холода, для золота нет голода. До старости и с молоду копи, копи, копи. Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире и отправился домой спать. Это был очень старый дом и очень мрачный, и кроме Скруджа в нем никто не жил. И как только Скрудж вставил ключ в замочную скважину, внезапно увидел лицо Марли, которая излучала призрачный свет. Волосы его шевелились, словно на них веяло жаром из печи. А широко раскрытые глаза смотрели неподвижно. Не страшно! Скрудж с силой захлопнул дверь и зажег свечу.
кто вы такой? Что вам от меня нужно? Очень многое. У меня ничего нет. Не ври! Что? Что ты такой? Лучше спроси, кем я был. Кем? При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли. Ты не веришь в меня? Я не верю в тебя и не верю в привидений. Сгинь! О, суетный ум, почему ты не хочешь верить своим ушам и глазам? Потому что все это вздор и чепуха. Пощади, ужасное видение. Зачем ты явился ко мне? Чтобы предупредить тебя. О чем? Чтоб ты опомнился. Что? Чтоб опомнился! Видишь цепь, которой я опоясан? Я сам сковал ее при жизни. Марли, я не припомню, чтобы ты при жизни хоть что-то ковал. Каждое звено выковано еще при жизни из зла, жадности и дурных поступков. Какие дурные поступки, Марли? Так, пустяки. Не до шуток сейчас! Если, Скрудж, ты думаешь, что на тебе нет такой цепи, ты ошибаешься. Если, Скрудж, ты не опомнишься, то после смерти обречен мыкаться по свету еще в больших мучениях, чем я. В мучениях? В страшных! Марли, пожалуйста, давай поговорим о чем-нибудь хорошем. О хорошем? Я не приношу утешения, Скрудж. Недозволено немного. Я не смею отдыхать, не смею останавливаться нигде. Годы изнурительных странствий ждут меня и непрестанные угрызения совести. Угрызения совести? Но за что? Ведь ты всегда так хорошо вел свои дела. Дела? Дела? Какие дела? Забота о ближнем, милосердие, сострадание. Вот на что я должен был направить свои дела и деньги. А ты ничего не путаешь, Марли? Может, ты болен? Я путаю! Я болен! Только дела милосердия могут спасти тебя. Внемли мне! Я внемлю, внемлю! Но только, пожалуйста, Марли, не говори так возвышенно, говори попроще. Проще? Куда уж проще, да и зачем? Я прибыл в эту ночь, дабы возвестить, что для тебя, Скрудж, еще не все потеряно. О, ты еще можешь избежать своей участи. Благодарю тебя, Марли. У тебя есть надежда. Итак, ожидай первого духа завтра, как только пробьет 12. Второго на следующую ночь, в тот же час. Третьего на третьи сутки, с последним ударом часов в полночь. Марли, а не могут они все разом прийти, чтобы побыстрее с этим покончить? Внемли мне! Со мной тебе уже не суждено встретиться, но для твоего же блага смотри и запомни все, что произошло с тобой сегодня. Смотри и запомни. Я говорю, привет. Ты как здесь оказалась? Я что, оставил дверь открытой? Оставил. Не может быть. Я проверял. Проверял. Ты что, издеваешься надо мной? Нет. А что? Балуюсь. А вот я, кажется, возьму сейчас тебя за ухо и вышвырну за дверь, паршивая девчонка. Не вышвырнешь, не паршивая. Thank you.
А вы есть тот самый дух? Это я. И какой вы дух? Я дух прошлого Рождества. И что привело тебя, вас, ко мне? Забота о твоем благе. Следуй за мной. Летим. Не, я обычный человек. Я не могу. Я не умею. Это поддержит тебя. И ты преодолеешь и не такие препятствия. Бегал мальчишка. Это школа, где я учился. Ты видишь этого мальчика? Сидит один-одинешенек в канун Рождества. Эй, Скрудж! Тише, дух. Это же я. Конечно, ты. Но много-много лет назад. О, как больно было остаться одному и знать, что завтра будет праздник, а ты... никому на свете не нужен. Моя маленькая сестренка. Моя замечательная Фэн. Ты всегда оказывалась рядом, когда мне было плохо и одиноко. Я забыл. Я почти не вспоминал о ней в последние годы. Забыл. Моя маленькая Фэн. Она умерла совсем молодой. Оставив крошечного ребенка. Да, это был сын. Если не ошибаюсь, это тот самый молодой человек, которого ты сегодня выставил за дверь. Да, но не напоминай мне об этом. Мне почему-то больно об этом вспоминать. Меня радует эта печаль. Но летим. Вспомним другое Рождество. Узнаешь? Еще бы! Когда-то меня отдали сюда на обучение к господину Физуику. Ну все, бросай работу, ребята! Но до конца работы осталось еще несколько часов. Милый Скрудж, да ведь нынче сочельник. Завтра Рождество. Зовите всех сюда. Праздник не будет ждать. Сегодня мы будем с вами танцевать, праздновать и веселиться. Моя дорогая жена, сегодня я буду танцевать самой прекрасной и самой молодой девушкой на свете. Этот господин Физуик был сказочно богат? Да что ты! Это был человек самого скромного достатка. Но какой чуткий,
такой необыкновенно щедрый. Подумаешь, истратил пару монет на праздник. Да при чем тут деньги, как ты не понимаешь? Ведь от него зависело, сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд радостным или тягостным. Доброе слово, добрый взгляд порой стоили целого состояния. Да ну? Ну да, это же... Что же ты замолк? Так, ничего. А мне показалось, пустяки! Мне просто захотелось сказать пару слов своему клерку, вот и все. Немало. Но поспешим. Вспомним другое Рождество. Когда мы познакомились, ты был совсем другим. Мы были бедны и радовались тому, что имели. Но как ты изменился с тех пор? Наша помолвка – дело прошлое. Белл, тогда я был мальчишкой. Дело не в том, Скрудж. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель. И она для тебя важнее всего. Тебе нужны деньги. Ты стал любить только их. Это сделало мою любовь ненужной для тебя. Она не имеет цены в твоих глазах. Я много думала и решила вернуть тебе свободу. Я не просил тебя об этом. Будь свободен. А я лишь могу пожелать тебе счастья в той жизни, которую ты избрал. Где нет места для любви, есть место для денег. Прощай. Возвращаешь меня туда, где... Где ты был счастлив? Мне почему-то очень больно. Но разве это был не ты, не твоя жизнь? Дух, пожалуйста, отпусти, не мучь меня! Я уже говорила тебе, что все это тени минувшего, и не моя в том вина. Прощай, Скрудж. Считать. Да зачем они такому, как Скрудж? Ни тебе повеселиться, ни подарков накупить. Вон, как сгорбился, бедняга. Конечно. Думаешь, легко ворошить свое прошлое? Да. Ладно, полезли на крышу, прочистим дымоход. До Рождества осталось совсем немного. Разве уже пробило полночь? Простите, сэр, я вас не понял. Я готов следовать за тобой, куда ты скажешь. Я не хотел вас напугать. Простите за мою неловкость. Дух, не утруждай себя. Я был предупрежден о твоем появлении и готов пройти все испытания, которые ты мне приготовил. Сэр, не волнуйтесь так, прилягте, я сейчас исчезну. Нет, не исчезай, дух. Я в твоей власти, летим! Сэр, я сбегаю за доктором. О, кто мог подумать, что вы так впечатлительны. Дух! Пусть все свершится сегодня ночью! Так это был не дух. Но тогда кто? Кто? Воры? Грабители! Караул! Мои деньги! Здорово, старина! Ты чего так раскричался? А,
попался, мерзавец. Тебя-то я не выпущу. Ишь, вздумали грабить днем и ночью. Разве ты не ждал меня? Ну да, господин грабитель. Я ждал тебя всю свою жизнь. И очень рад, что вы забрались именно в мой дом. Грабьте, берите все, что хотите. Я буду только рад. Дружище, да ты ведь как-никак меня с кем-то путаешь. Будем знакомы. Честь имею. Я дух настоящего Рождества. Прошу прощения. Дух? Да ладно, бывает. Но ты что, никогда не встречал таких, как я? Таких? Нет, не встречал. И не мудрено. Хоть нас и много, но люди в большинстве своем не замечают, что мы всегда рядом, так сказать, витаем. И видим, кто чего стоит. Все замечаем. И хорошее, и плохое. А ты, Скрудж, на одном из первых мест по жадности и бездушию будешь. Чемпион, так сказать. Я как-то хотел дать монету бездомному, но... Оставь, я вижу тебя насквозь. Пусты твои оправдания. Ну давай, собирайся. А может, нам сначала поужинать? Не смеши меня своим гостеприимством. Я готов следовать за тобой, куда ты скажешь. Прошлой ночью я уже получил урок, который не пропал даром. Если этой ночью ты должен научить меня чему-нибудь, пусть это послужит мне на пользу. На пользу? Ну, посмотрим. Мы с тобой совершим прогулку. В гости кое-кому зайдем. Ведь ты давненько никого не навещал. Есть места, в которых тебе необходимо побывать. Слава Богу! Это мы уже заждались. Пришлось долго работать, а когда вышел, все аптеки уже были закрыты. Но главное, я успел купить лекарства. Как наш маленький Тим? Ему гораздо лучше. Он уснул. Доктор сказал, что лекарства и хорошее питание быстро поставят его на ноги. Бог не оставит нас. Я буду работать день и ночь. Я найду еще работу. Мы обязательно вылечим нашего мальчика. Я верю, что все изменится к лучшему. Тем более, что сегодня канун Рождества. И Тиму гораздо лучше. И ты дома. Дух, скажи, малютка Тим будет жить? Я вижу пустую скамеечку возле нищего очага. Дух, пожалуйста, скажи, что судьба пощадит его. Если будущее не внесет в это изменений, дитя не доживет до следующего Рождества. Но что за беда? Если ему суждено умереть, да пускай себе и умирает. Тем самым сократит излишек населения. Человек, если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые слова. Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто умереть? Может быть, ты сам в глазах небесного судьи куда менее достоин жизни, нежели миллионы таких, как ребенок этого бедняка. Он сказал, что святки — это вздор и чепуха. И ведь всерьез сказал: нет, не верю, это вздор. Да как ему не совестно, Фред? Он забавный старый чудак, не особо приветлив, но я ему не судья. Так ведь он очень богат. Да и что с того? Богатство ему не впрок. Оно и людям не приносит добра, и ему не доставляет радости. Терпеть его не могу. Мне жаль его, но неприязни к нему я не испытываю. Он как-никак брат моей покойной матушки. Добрый вечер! Здравствуйте! А вы, если я не ошибаюсь, племянник мистера Скруджа? Да, что ни на есть родной. И это, к сожалению, единственное, что связывает нас в жизни. Сегодня Рождество, а давайте отметим его
прямо здесь, на улице. Горячего клёга. Хорошая идея. Знаете, сегодня такой праздник, а мистер Скрудж сидит себе один-одинёшенек. Мне жаль его. Пожелаем старику, где бы он сейчас ни находился, веселого Рождества и счастливого Нового года. Он не захотел принять от меня этих пожеланий, но пускай они сбудутся. Да благословит нас всех Господь! За Рождество! За мистера Скруджа! Они меня жалеют? Звездопад и снегопад в эту ночь кружит над миром, и прелестнее, чем лира, в унисон поют сердца. Пастухи пасли стада и нашли младенца в яслях. Засияла им на счастье Вифлеемская звезда. Славим, славим Рождество Христа! Скажи, неужели мой племянник будет бедствовать, и его постигнет участь многих бедняков? Это ты меня спрашиваешь? А не в твоих ли силах сделать его жизнь куда более привлекательной? Что с тобой, дух? Моя жизнь на этой планете быстротечна, и сегодня ей, увы, придет конец. Сегодня? Срок близится, и скоро мы должны расстаться. Дух? Нет, не имею права спрашивать, но там, за твоей спиной, кто-то есть. Взгляни! О, человек, взгляни на них! Кто это? Это твои дети? О, нет! Это порождение человека! Имя мальчика – невежество, а имя девочки – нищета. Взгляни на них, остерегайся их и все, что близко им. Особенно мальчишку, ибо на его лбу начертано слово «гибель», потому что именно от невежества и бездушия гибнет все самое светлое и разумное. Разве люди не используют греховные вещи в своих нечистых, корыстных целях? Разве не на руку тебе, несчастный Скрудж, чтобы они плодились и размножались? Увеличь их, умножь, и тогда жди конца, жди гибели! Разве нельзя им помочь? Разве нет для них крова и пристанища?
А разве у нас нет тюрем? Нет приютов? Не твои ли это слова? И что ты сделал, чтобы невежество и нищета никогда не поселялись в сердцах человеческих? Прощай, несчастный. Дух будущего Рождества? Я страшусь тебя. Я знаю, я верю, что ты хочешь мне добра, а я уже стремлюсь и надеюсь когда-нибудь стать другим человеком. Веди же меня, дух! Веди же меня, призрак! Ты слышал? О чем? Да вроде умер кто-то прошлую ночь. Да, умер. Как его это... А что он сделал со своими деньгами? Ну, мне он их не оставил, это я точно знаю. Похоже, вряд ли кто придет его хоронить. Может, соберемся и покажем пример? Что ж, я не прощу. Дух? О ком это? Кто умер? Кого-то праздник, а для нас работа. Нас наживо манит, как волков охота. Обдерем до нитки, растащим на куски. Обдерем, как липку, Господи, прости. Наш покойник краше звездочки небесной. Отойди, мамаша, а не то как тресну. Вы не правы, сэр. Первый. Мешок увидела я! Это мой мешок! Сэр! Настоящий джентльмен! Не позволит обижать даму в его присутствии. Извольте выйти вон! Не, ну какой негодяй, а? Устроил драку в доме покойника. Ну ничего святого. Но мы же с вами не будем ссориться из-за пустяков. Мы-то с вами приличные люди. Да, сэр. Если б не вы, не видать мне этого мешка, как своих ушей. Позвольте вам помочь. Настоящий джентльмен не в силах видеть даму с таким тяжелым узлом. Сэр, как вы добры. Эй! Свеча погасла. Страшно. Сэр! Сэр, вы где? Где вы, сэр? Ты скажи, ну разве так поступают порядочные люди? Так и норовят урвать чужое. Эх, жизнь. Вот и ты, небось, не лучше был. Если лежишь тут один-одинешенек, как собака, никому и слезы проронить, бедолага. Ну вот и я не с пустыми руками осталась. Эх, жизнь! Дух? Кто этот человек? Ответь мне, дух, не молчи, кто это? Ты.
свое прошлое настоящим и будущим. Память о трех духах будет вечно жить во мне. О, мое детство, как я мог забыть эти радостные светлые дни? О, моя юность, подарившая мне ощущение счастья и полета. Как я мог перечеркнуть все это? О, светлый праздник Рождества! О, небо! Благодарю! Благодарю за все! Ко мне вернулась жизнь! Я искуплю! Я искуплю! За углом, где продается индюшка с тебя ростом? Ну, знаю. Так сбегай и купи ее. Да вы шутник. Сэр, вы сегодня хорошо спали. Я сегодня спал, как никогда не спал. Сбегай в лавку, купи не только индюшку, купи все, что есть, и тащи все сюда. Вперед. Джентльмены, а не вы ли заходили ко мне вчера с просьбой о пожертвовании для бедных? Да, сэр. Я хочу попросить прощения. Я готов отдать все деньги. Я готов отдать много денег, лишь бы стало меньше нищеты и невежества, лишь бы стало меньше приютов. Сэр, вы так добры. Фред! Дядюшка! Фред, это я, твой дядя Скрудж. Ты приглашал меня отобедать вместе с вами, и я обязательно приду. Мы будем очень рады вам. Господин клерк! Господин клерк! Да, мистер Скрудж. Почему вы до сих пор не на работе? Сию минуту, сэр. С праздником, дорогой Боб! Простите меня. Отныне Тим не будет ни в чем нуждаться. Он выздоровеет, и все обязательно будет по-другому. С праздником! С Рождеством! Счастья вам! Звездопад ли, снегопад в эту ночь кружит над миром, и прелестнее, чем лира, в унисон поют сердца. Пастухи пасли стада и нашли младенца в яслях. Засияла им на счастье Вифлеемская звезда. Принесли дары волхвы, возвещая о спасении. От небесных песнопений мир воспрянул ото сна.
Славим, славим Рождество Христа!